Добрый день, это «Домашний футбол» и я Владимир Вербицкий. Еще ни разу наша передача не была посвящена отдельно взятой игре. Так вот, сегодня самое время начать. Кубанское дерби, Кубань-Краснодар. За моей спиной Южная трибуна и Кубань-Ультрас. Именно эти ребята и станут центром нашего внимания. До матча целых 2 часа, а перед стадионом Кубани уже толпится народ в желто-зеленых шарфах. Что они здесь делают? Встречают команду. Зачем? Чтобы зарядить парней положительными эмоциями. Мы сейчас, собственно, будем встречать команду игроков, попытаемся их взбодрить на матч, чтобы они отыграли его на все 100, на полной отдаче, чтобы про нас не забывали, все видели, что мы всегда рядом, и, ну, собственно, их зарядим нашей энергией и проводим до стадиона. Пришли поддержать команду, вот. Постарались тщательно подготовиться, подготовили красочный перформанс, постараемся украсить трибуну в родные желто-зеленые цвета. Сейчас достойно встретим, они настроятся на победу и обязательно выиграют. Краснодарское дерби – это не только два тайма матча. Краснодарское дерби – это сумасшедшая поддержка фанатов. И кубанские фанаты на юге России делают это лучше всех. Это так называемый проход перед матчем фанатов на домашний матч, ну, на матч своей команды. Так называется проход. С флагами, с атрибутикой, как бы. Ну, мы показываем, что мы идем на матч. Практически весь стадион исторически болеет за желто-зеленых. Этой командой многие живут и дышат. Конкурировать за популярность в таких условиях достаточно непросто. Несмотря на гостевой статус, матч по сути был домашним. Если смотреть с точки зрения футбола, то, конечно, у Кубани превосходство. У Краснодара ряд таких серьезных потерь, насколько я знаю, 5 или 6 человек из основного состава вылетели. И поэтому я думаю, что с точки зрения результата Кубань сегодня должна набрать свои очки. Ну, а дерби – это всегда дерби. Мы говорим о какой-то непредсказуемости с точки зрения эмоций. И вот как раз в этом может быть какой-то корень проблем для Кубани в этом матче, потому что настрой у того же Спартака Гогниева особенный на игру, и я думаю, что будет достаточно интересно. То, что будет красоваться на трибунах несколько секунд, готовится несколько дней. К матчу с Краснодаром Кубань-Ультрас готовится со всей ответственностью. На этом матче мы увидели еще и самый необычный баннер сезона. Вопреки традициям его не рисовали, а клеили, как мозаику или аппликацию. Это, собственно, есть тот баннер, на котором мы трудились несколько дней, точнее, даже ночей. Мы такое делаем первый раз, и в России тоже раньше не замечал такого. Мы много пробовали, экспериментировали, мучились, клеили. Но в итоге мы его сделали. И, собственно, он должен украсить этот стадион нашими родными желто-зелеными цветами. Новая техника. Достаточно, ну, масштаб, в принципе, да, большой, как у нас обычно, да, привычный бывает. Хотим сделать, чтобы у нас был полностью желто-зеленый, чтобы загорелось. Эту цветную фольгу мы раньше просто поднимали в виде модулей квадратных и сделали картинку. А сейчас мы именно на основе ее пытались сделать баннер. Я думаю, у нас она получилась. Вообще тяжелый баннер. Техника сложная. Не спали ночами. Где ночами делали? Думаю, получилось хорошо. Все, не стал. Это 2 человечка, на которых держится весь суппорт Кубани. Это 2 художника, 2 исполнителя и дизайнера. Точнее, дизайнера, потом исполнителя. Come on!
Мы это все делаем сами. И это не наша работа. Мы это делаем, потому что нам велит так сердце. Мы не просто приходим на футбол, чтобы посмотреть, покушать, выпить. Мы приходим для того, чтобы отдать часть себя во имя команды. Это дорогого стоит, потому что сейчас у нас люди либо делают что-то за деньги, либо не делают ничего вообще бескорыстного. Мы можем с игроками дружить лично. Они нам звонят, мы с ними лично общаемся. Мы можем где-то посидеть в кафе, поговорить по-дружески. Мы видимся с ним, у нас обмен шутками идет, который мы понимаем обе стороны. Что до матча, то он получился для Кубани классическим. Серьезный прессинг по всему полю, острые атаки, как следствие голы, глубокая оборона во втором тайме. Кстати, пару слов о голе. Получился он очень даже симпатичный. Оставив с носом капитана Краснодара Евгения Калешина, Владислав Игнатьев открыл счет своим голам за Кубань. Футбольный клуб «Кубань» — это не просто клуб, это смысл жизни многих людей. Собственно, это для этого и рождены, наверное. Этим матчем мы хотели закончить передачу, но не можем, поскольку за те несколько дней с момента очередной победы над Краснодаром случилось событие, которое мы не можем обойти стороной. Да в общем, ради этого мы и жили весь этот сезон. Мы в премьер-лиге, и никто не сможет у нас ее отнять. Думаю, на этом мой комментарий более будет неуместен. Здесь понятно все и без слов. We are the champions.